Промозолил мне все глаза уже, а за ужином так взбесил меня, что приснилось, что я не замужем, независимая и сильная. Мини-платья в шкафах развешаны, мини носят с ботфортом замшевым. Я б носила, но муж мой бешеный. Черт, забыла, ведь я ж не замужем. Супер, где там моя косметика? Губы красные, блестящие. На тусовке подружки Светика все решили, что я гулящая. Мужики принялись ухаживать, мужиков оттащили за уши, словно я поведусь на каждого. Черт, забыла, ведь я ж не замужем. Незамужняя, безлошадная, значит, в чем-то уже преступная. Не даю, потому что жадная, но при этом легкодоступная. Мачо пишут мне сообщения. В сообщениях фотографии. Это способы обольщения или кастинг для порнографии? Мой-то был поначалу нежненьким, не за талию брала за душу. Он мне даже дарил подснежники. Как так вышло, что я не замужем? Он же был богатырь и палица богатырская. Все, достаточно. Просыпаюсь. Не просыпается. Только ноги трясутся в тапочках. Сон пригрезился замороченный. И щипала себя, и резала. Застрелиться пришлось, короче, мне. И проснулась в поту и трезвая. К черту эти паранормальности. Удовольствие, в общем, то еще. Как же здорово, что в реальности у меня есть мое чудовище.